ходим. Наш фиксик. Короче, я покажу, как я просто вот захожу и, в общем, беру что-нибудь. Если есть новая коллекция, да? Я совсем недавно была здесь, уже все видела. Так, вот у нас сразу стоечка с Хэллоуином идет. Конечно же. Посмотрю. О, маски, как Лина говорила. Слушай, какие они клевые на самом деле. Маски черные. Классные, слушайте, реально классные маски. Взять, что ли? Вот не знаю, зачем оно мне нужно, короче, понятно, но просто оно красивое и надо брать. Вот это что это? Магнитик. Гляньте, какой крутой. Магнит на холодильник. Ой, он еще открывашка. Я возьму его. Так, какие-то наклейки. Наклейки для чего? Тату Хэллоуин. Здесь их много, короче. Они здесь... Ой, классные, кстати. Правда, реально их здесь много. Возьмем. Но это хорошо, что здесь просто есть что-то новое. Потому что... Ой, классные какие. Вот я думала, что вот эти линии понравятся очень. Такие классные черепухи. Но я такое не беру. Просто мне уже некуда ставить. Вы видели, у меня квартира малюсенькая. Поэтому мне нужно более-менее, чтобы мне хотя бы прям вообще нравилось. Короче, вот такие классные. Эти. Что еще? Рукава мои тут есть. Ой, а что это такое? Наклейки светоотражающие. Прикольные. Длинные. Это, наверное, на руки. Но мне не нужно. Я никуда на Хэллоуин не пойду. Я сейчас дома сижу с двумя днями. Поэтому. Еще какие-то наклейки. Прикольные. Мило, да? Наклейка гелевая на стекло. Короче, если кому-то надо, вот такое здесь есть. У меня... О, руки. Тема, да? Блин. Я бы все купила. Вот хорошо, кстати, что мы вместе вот так зашли. Я вам покажу то, что было бы прикольно взять, но я не буду брать, потому что мне оно не нужно. Что еще? Новые. Вот большие эти наклейки продаются. Вот они. Огромные. Всякие паучки. Дофига здесь интересные. Так. Это я все видела. Вот, кстати, новая наклейка. Это же не видела ее до этого. Вот офигенские черепа, которые Лина показывала. Копилочки. И внизу снимаются. Супер. Вот такие статуэточки, кстати. Классные. Мне очень нравятся вот эти цветные, как их называют, черепа. Кстати, вот прикольно, да, можно так не покупать, а просто прийти и посмотреть, что мне нравится, и показать вам сразу. Короче, ничего не покупать. Не, ну, надо что-то взять, по-любому. Тут вроде все старое. Здесь, кстати, пачка наклеек, вот здесь можно выбрать еще наклейки, вот те, которые, знаете, были, которые мы не успели взять. Нет, это фонарики. Наклейки, короче, для... посуды, то, что я вам говорила. Ну вот, они лежат тут пачкой, и их можно поискать, они там могут лежать. Вообще, я пришла за наклейка светильник. А, прикол. Видели? Наклейка светильник. Тема. Вот если бы она еще светилась, было бы вообще круто. 7 рублей. 77 рублей. Заговариваюсь. Хорошо, народу здесь нет. На меня посмотрели сейчас, как на какую-то странную женщину, которая что-то снимает. О, так, у меня малой в машине с мамой, поэтому я не могу долго расхаживать здесь. Еще и снимая все, это вообще непросто. Так, я пришла вообще за салфетками детскими. Вот, кстати, Kids написано, да? Мне вот таких надо несколько штук. Они по 10 рублей. Короче, я возьму 5 штук. Вот так вот. Потому что мне нужно, чтобы было в машине, было в сумке, было рядом, там-сям. Короче, везде. Ой, уже народ что-то подбежал. Так, все. Тут я была. Тут все видела.
Что еще тут за прикол есть? Вот, кстати, для маленьких деток вот такая классная штука. Книжка и собиралка. Но это мы потом будем уже покупать, когда подрастем. Пока мы их не можем собирать. О, кстати, какие-то мозаики. Мозаика. Не было раньше. Так. У меня, конечно, глаз не алмаз. Я сразу не увидела новинки всякие здесь. Так. Детки вообще очень любят здесь ходить. Я думаю, мой малой, когда вырастет, вообще будет тут постоянно. И я потом буду показывать то, что он выбирает. Так, ну все. Это же зеркальце какое-то. Не знаю, было, не было. Вот они, наклейки страшные такие. Страшные, ужасные наклеечки. Так, что еще? А, у меня все время пачкаются эти. Здесь их постоянно нету. О, топики вот эти. Вот я все время сколько захожу, топиков здесь не вижу. Кстати, шапку вот эту в фикс-прайсе я покупала. Так. Сейчас уже другие здесь шапки. Смотрите, какие классные шапки. Вот такая прикольная, кстати, шапочка. Тым. А длинные какие-то, знаете, есть, которые висят потом. Просто я не люблю это трехцветие. Я люблю одноцветие. Розовое. Так, детских шапок много, перчаток, вообще море. Смотрите, вот шапки. Миллион просто всего. Ой, гляньте, новые появились. Я не видела этого. Что это такое? Это новые эти. Ну, это не шепшик, конечно. Уже не то. Ой, с корзинкой так неудобно. Синие вот такие вот. А, у меня такие, по-моему, есть. Или нет, я не помню. Короче, ладно, особого нового здесь нету. Кстати, с мятой стелек я тоже тут найти не могу. Побежали быстро дальше. Тут я уже все знаю. Тут вроде ничего нового. Ничего нового. А, я хотела купить вот такую вот эту штуку. Но, наверное, не здесь какой-то. Он здесь трясущийся. Этот термометр, короче. За окном. Так, все. Что здесь еще? 7 минут уже. Поход в фикс-прайс. Это будет отдельное видео, 100%. Так. Ой, смотрите, какие штучки. Это новое уже. Такие вот. Но мне оно не нужно. Поэтому я это брать не буду. А кому интересно, пожалуйста. Всякие-всякие штуки. Стоит для контейнеров. Куча контейнеров. Их не было раньше. Не было. Кстати, масленица. Ну, для масла. А у меня мама, короче, прикол сделала. Взяла просто контейнер обычный, маленький, перевернула его вверх ногами, и он у нас как масленица, и даже, мне кажется, и не нужно. Видите, какие классные тарелочки? Офигенные, мне кажется. А вот листик. По 50 рублей. Крутые, да? Здесь несколько цветов вот они. С розочками. Классные. Мне вот это нравится. И вот это, кстати, красиво. Но я предпочитаю сама делать какие-то декоры для посуды. Так, чё? Ой, гляньте, этот появился. Блин, взять что ли его? А то у меня с какими-то розами не очень красивыми. Вот это вот не было. Или вот такой. Не знаю, какой лучше. Какой лучше? Вот этот, наверное, возьму. Вот этот. То у нас все там в одном каком-то стиле. Пусть это будет чуть-чуть разное. Да, прикольно. Кстати, удобный мне. Ух, запарилась. Вот в фикс-прайсах всегда жарко. Вот это вообще никак. Блядь, золотая птичка. Ой, здесь какие-то наборы уже идут к Новому году. Сладкие. Поздравляю с Новым годом, Санта-Клаус. И вот такой вот. А что здесь интересного внутри? Набор кондитерских изделий. Новогодний подарок. Клево. Короче, всякая мишура новогодняя. А, вот они, кстати, шапки. Шапки, как у меня, видите?
Они еще с прошлого года, получается. Я еще на прошлый год покупала. Так, что у нас тут красивое? Что-то стоит. Коробочка какая-то. Новогодняя. Тоже можно в ней подарки дарить. Ну. Новогодняя. Ой. Цены тут не стоит. О, ой, гляньте, какой пингвинчик. Это, походу, пепельница. Слушай, классные, кстати, какие новогодние тарелочки. Хорошо, что вот я, не надо мне покупать. Ой, кайф, вообще. Красота. Девчонки, вот это нам подарок, мне кажется, вообще отлично. И вот. Это может для конфет или что-нибудь такое. Вообще кайфы. Вот, это на подарок было бы супер. Я была бы рада, чтобы мне кто-нибудь подарил такое вот. Но самой себе домой брать, я не знаю, но мне не нужно. Ну и вот у нас целая коллекция Нового года. Короче, в Фикспрайсе есть все. Все, Фикспрайс молодец. Фикспрайс рулит. Это такое непонятно что-то. Елочки, кстати, есть такие. У меня, кстати, вот такая елочка есть. Я ее наряжаю так, а потом обратно убираю. Вот, сумочки вот такие. Но они, конечно, не очень качественные. Так прикольно висят. Ну, я имею в виду не то, что некачественные, они какие-то дешевые, короче. Смотрятся дешевые. А вот, тоже подсвечник. Классно, да? Коллекция Хэллоуин вообще, конечно, офигенская. А вот еще тыквочки какие. Это свечи. Милые тыквочки. А вот еще. А. Свечка. Или не свечка. Это просто статуэточка. Страшная. Круто. Вот такие еще есть. Что это? Свечки. Классные. А, эти штуки, про которые Лина рассказывала. Милашки. Вот такие вот еще свечки. Черепа. Короче, кто на Хэллоуин собирается как следует оторваться... Здесь реально есть чем поднаживиться. А вот. Ну и что? Все, наверное. Пошла я. Еще вот какие статуэточки есть. Ну все, наверное. Что это такое? Что-то какой-то этот непонятный шарик. Я не соображу здесь по-бурому, что с ним делать надо. Подушки какие-то. Ну вот и все. Идемте, короче, на кассу. Что я взяла здесь? Я взяла... Ладно. Потом покажу, что взяла. На кассу идем. А скажите, у вас новая коллекция, когда появляется, у вас вот, ну, вот сюда первым делом, да, выкладывается, да? То есть я могу сразу сюда заходить, посмотрела, если ничего, я уже все знаю, то хорошо. Карта у вас еще работает, нет? Или не работают? Нет. Скидочные. Перестали что-то работать. Пакет нужен? Пакет нужен. Нужен. А что это такое? Лизуны. Лизуны. Офигеть, я должна взять такой лизун. А вот это вот что за черепа? Тоже. И это лизуны. Так, я хочу взять, хочу взять, хочу взять. Ну, блин. Золотой. Пакетик нужен, девушка? А, да. Ой, черный. Короче, черный возьму. Девушка, пакет. Да, давайте. И вот такой красивый цвет покажу. Что к чему-то. Давайте вот этих два. А что такое? Это книжки записные. Офигеть. Фрукты. Яблочко, апельсинка. Яблочко, апельсинка только, да? Что еще там есть? О! Не, это похоже на какой-то этот, грейпфрут. Так, давайте яблочко. Я люблю яблоки, будет яблочко. Все, да? Все. Ничего больше такого нового интересного нет. Девочка. А что за девочка? Это для бижутерии подвеска. А, все, я поняла. Ясненько. Все, сколько мы должны? 370.
77 рублей. Скажите. В общем, девчонки, вот такой был поход в Fix Price. Я еще сниму покупки отдельно, то, что я покупала. Что-то расскажу там, чем я, может, руководствовалась. Ну, не знаю, скажите, короче, как вам был этот поход. Он был по-быстрому. В следующий раз постараюсь сделать все помедленнее. Короче, я тут поузнавала всякие вещи, можно поснимать. В общем, все, малой плачет, мы уже рядом с домом. Я побежала. С вами была Селена Свей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Все, мой зайка, все.